Житель ЛАЗО заплатит 1 600 000 рублей. Такова цена за убийство тигра. Решение вынес мировой суд Лазовского района. Ранее в партизанский межмуниципальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве Лазовского района обнаружена раненая тигрица с простреленными лапами и головой. Животное еще дышало, его вывезли для оказания медицинской помощи, но не спасли. Оперативники нашли подозреваемого, а следователи установили его вину. Но несмотря на то, что мужчина пытался обмануть следствие. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении экологического преступления. В отделе полиции мужчина уверял, что на него напал тигр, и ему пришлось применить оружие в целях самообороны. Показания подозреваемого не нашли подтверждения в ходе проведения следственных и процессуальных действий.